января 2018 года IT-компании могут оформить статус резидента по особой экономической зоны Калининградской области и получить значительные льготы по налогу на прибыль и имущество, а также льготы по страховым отчислениям, инвестируя всего 1 миллион рублей в течение 3 лет. Многие компании уже поспешили воспользоваться этой уникальной возможностью. Медиахолдинг РБК собирает дискуссию, в рамках которой эксперты отрасли обсудят новые возможности для IT-предпринимателей, инвесторов с потенциалом развития и масштабирования на региональном рынке. Мы растем постоянно, миграционно, и, конечно, нам очень было бы интересно, если бы это были в том числе грамотные разработчики, айтишники, в общем, качественные люди, которые получают высокую зарплату, дают качественный продукт, в том числе востребованный в мире. Мы на территории Калининградской области абсолютно заинтересованы в появлении нового бизнеса, поэтому проводим некую сервисную модель организации государственных муниципальных услуг. Поэтому всегда рады бизнес-инициативам, которые хотят инвестировать в свои инвестиционные проекты на территории региона. Кисловодск входит в особую экономическую зону, поэтому мы предлагаем компаниям налоговые льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество и пониженные страховые и социальные взносы на уровне 7-6%. Будучи резидентом особой экономической зоны в Калининграде, по сути, мы получили те необходимые преференции для развития нашего проекта. И уже после встречи с губернатором, поняв действительно, насколько может быть конструктивное общение между властью и бизнесом, было принято окончательное решение, что мы начинаем сотрудничество именно с правительством Калининградской области и строим наш высокотехнологический кластер именно в Калининграде. Мы, безусловно, становимся сверхконкурентны. Это крайне выгодное географическое положение региона. Мы в Калининграде стали, наверное, крупнейшим на данный момент и знаковым IT-инвестором. Более 6 миллиардов рублей у нас вложено в создание нашего инвестиционного проекта на территории региона. На сегодняшний день это несколько тысяч рабочих мест, занятых в электронном производстве, включая нескольких сотен разработчиков электроники, инженеров самой высокой квалификации, которых мы импортировали на территорию Калининградской области. Это была молодежь, которую мы обучали по всему миру, и в Португалии, и на Тайване, и в Китае, и в Японии. Сейчас это уже жители Калининградской области, это люди с семьями, это люди с детьми. Для Калининградской области именно для IT-компании существует особый режим. Небольшая сумма инвестиций, которая действительно символически в 1 миллион рублей, и в то же время позволяет воспользоваться всеми льготами Калининградской области и особой экономической зоны. Администрация Калининградской области очень открыта и современна. Легко коммуницируют, хорошо поддерживают предпринимателей, слышат и решают проблемы, если они возникают при экспорте, либо при каких-то других вопросах оформления. На мой взгляд, именно так должны строиться отношения между бизнесом и государством.